Продолжаю играть на ческом. Играю с голландским международным мастером. И у нас ранний ход g3. Без c4, без конь f3. Вот прям так сразу g3 соперник зарядил. Слон f5. Вот, кстати, слон f5, тут уже c4, поэтому я сначала поставлю c6. Сыграю более осмотрительно. c4. И на слон f5 ферзь b3. Вот этот ход меня всегда смущает. Но я думаю, что здесь все-таки могу. Потому что ферзь b6 есть ход. Конь c3, e6. И теперь уже ферзь b6 играю со спокойной душой на ферзь b3. Вот конь f3, возможно, последует. На это отвечу конь d7. Потом h6. Слон d7. Рокировка. Вот такой мой план дальнейший. Ну, ферзь b6. На c5 уйду ферзем. А на взятие, соответственно, АБ, и, в принципе, линия А такая достаточно неплохая для меня здесь. Слон F4, ушел ферзем, стандартная тоже вещь. Где-то подрыв либо B6, либо E5, в таких позициях прорыв E5 – это главный план у черных. Ну, соперник достаточно жестко сразу хочет показать, кто здесь хозяин, играет e4, потом e5 может заткнуть. Ну, я, в принципе, не против, если меня на какое-то время оттеснят, сыграю конь с f на d7 и потом подорву b6. Делаю это сразу, поскольку черные ушли в 3-0. Так, вот это интересно. Он дает мне очень такую мощную диагональ. Если я побью cd, получу ферзь b5. И на конь fd7, что он будет делать? Ну, я думаю, можно попробовать. Не хочу брать пешкой e, потому что ладья e1. Конем тоже, честно говоря, не хочется, по той же причине. А здесь еще и ферзь неплохую связку обеспечивает. Я думаю, что cb невыгодно эту пешку забирать белым, но он играет конь b5, хочет на c7 залезть. Так, конь h6. Наверное, надо. Может быть, даже слон бьет c5 у меня пройдет следующим ходом. Или конь бьет c5. Так, здесь, наверное... Или нет, ферзь h6 уже пограживает. На минуточку. Приходится играть король d8. Вот в такую острейшую позицию идем. Белые, кстати, тоже не могут увести короля на b1. А могу ли я здесь сыграть b на c? Могу или не могу, проверим, играем. Забрал просто пешку наглым образом. Так, а почему я ее забрал? Все равно же ферзь h6 будет. Или правильно забрал? Король d7. Теперь, кстати, на ферзь h4 имею ход ферзь c6. Защитный. Имею атакующий cd на тот же ферзь h4. В какой-то веке более-менее по времени стою. Не сильно просел. Так, конь c3. Конь c3. Есть ход конь b4 еще. Наверное, нужно заводить. Куда-то туда его. И на ферзь h4 ферзь c6 просто перекрылся. Конь c7. Вот это уже интереснее. Соперник явно хочет поставить мат. Без всяких сомнений. Так, еще ко всему прочему ладью забрать. Намеревается. Ладно, конь d3. Думаю, что на e7-то я спрячусь на первое время, а дальше посмотрим. Забрал сюда. Пошел ладья b8. Немножко пожадничаю. Сохраню ладью, не знаю, чем мне это обернется здесь. Так, слон c4, это чтобы нигде конь e5, конь d5 не прилетело. Так, прилетает с другой стороны, что ж такое? Ладно, конь h5. Сейчас королем обращусь бегство. Бегу дальше. Так, ферзь c2, ну ладно, это пока не страшно, f5 какой-то нахожу.
Да, в общем, из моей атаки тут ничего не получилось. На самом деле тут меня душат со всех фронтов. Сначала с одного фланга, потом с другого. Что делать? Представляю, слон d4 просто хочу отъесть на c7. Хоть как-то разгрузиться. А тут еще на f5. Ладно, дал шах. Так, забрал сюда. Ферзь f5. Король f7. Шахов больше нету, шахи кончились. Как играть? Правда, у него слон подвис на g2, вот он и думает, что с ним сделать. Так, сюда пошел, защитился из последних сил. Так, забрал, ладно, сюда забрал пока. И что это у нас на доске тут происходит? Мат получаю просто, ферзь f7. Да, не удержал. Казалось бы, уже выкрутился.